Наша компания Dars Development уже 14 лет на рынке региона. Мы входим в топ-3 крупнейших девелоперских компаний Поволжского региона и в топ-50 девелоперских компаний России. И все наши проекты, которые мы делаем, они разрабатываются и внедряются с учетом бережного отношения к окружающей среде. Мы всегда смотрим, как проект будет интегрирован в окружающую среду, в городскую. И я думаю, что вы все знаете торгово-развлекательный центр «Аквамолл», который, ну, наверное, без преувеличения стал центром притяжения для жителей города. Здесь можно провести время всей семьей. И вы знаете участок Плаза, на который зимой и летом мы стараемся сделать интересные мероприятия для детишек, для семей, для того, чтобы просто выйти подышать воздухом. Но, конечно, вот этого небольшого участка Плаза и «Аквамолла» недостаточно для того, чтобы этот чудесную часть нашего города сделать по-настоящему жемчужиной, так, чтобы в городе появилась первая благоустроенная набережная, чтобы это стало и туристической точкой притяжения, и, конечно, местом, где каждый горожанин может прийти и отдохнуть в любое время года, и зайти куда-то и перекусить, и просто место, обеспеченное всей необходимой инфраструктурой. Именно поэтому мы здесь начинаем проект комплексного благоустройства поймы реки Свияги, которая предусматривает рекультивацию заболоченного участка. И, соответственно, здесь планируется жилая застройка с рекреационной зоной, зоной досуга и со всей необходимой инфраструктурой и с озеленением. Жилая застройка про нее планируется в количестве 8 домов. Это дома разной этажности. Таким образом будет сформирована красивая волна. Концепция всего проекта разрабатывается компанией международной ESP Ganover. Это компания германская. Они имеют огромный опыт в разработке таких вот современных кварталов. Половина территории, около 2,5 гектар, это зона благоустройства. То есть это благоустроенная набережная, где будет инфраструктура для досуга и для отдыха, детские площадки, места, где можно будет водными видами отдыха заняться, возможно, клуб «Юнг». То есть различные формы благоустройства для всей необходимой инфраструктуры будут на набережной обеспечены, и плюс на самой тоже территории будет предусмотрена зона благоустройства. Весь этот проект не входит в противоречие с генеральным планом города, поскольку еще в 2005 году разрабатывалась программа, предусматривающая очистку реки Свияги. И в рамках данной программы как раз-таки было предусмотрено убрать эту заболоченную часть для того, чтобы русло реки стало чище. И вот в соответствии с этой программой уже в тот период был разработан генеральный план. Но, как это часто бывает, к сожалению, финансирование на эту программу не нашлось. И вот сейчас, в принципе, мы надеемся, что у нас проект станет тоже таким первым шагом по благоустройству реки, позволит сделать реку чище, соответственно, создать здесь необходимый дренаж вод, что обеспечит то, что перестанут появляться подтопления у жителей микрорайона в домах. Ну и, конечно же, появится замечательная, красивая, благоустроенная набережная, куда можно будет приходить, провести время всей семьей, отдохнуть и зимой, и, соответственно, летом. Все это будет работать в синергии существующей инфраструктуры, торгово-развлекательного комплекса «Аквамолл» и соединяться с действующей «Плазой».